А если бы неверующим был, еще мне мама в детстве упрекала, проказую какой-то был немил и меньших братьев подводил к накалу. Сегодня припомнишь столько раз и сам себе, я это повторяю, когда одолевала снизу страсть и пропасть разверзалась вовсе рядом. И только вера в Бога, страшный суд, отодвигала щель по сантиметру. Не раз молитвы мимо пронесут, на страхе Божьем, крыльями по ветру. А если бы неверующим был, на все смотрел опустошенным взглядом, примеривался к ужасу могил и трепетал при слышании об аде. На все, что вижу, сотни покрывал, как и у тех, кто проживает рядом. В кошмары искушений падал, как в провал, был скрягой жадным с пальцами коряги. Ни в чем не видел смысла провидения, и промысел неведом, недоступен. За главное считал бы умножение денег, наращивал бы пузо, словно бубен. А если бы неверующим был, при спорах, недостачах, передрягах, был жеребцом и ржал среди кобыл, об окружениях заботился о нарядах, все было бы и мелко, и ничтожно, о горнем рассуждении ни словечко, и на башков земных бы был похожий, погибелью проклятием помечен. А если бы неверующим был, да лучше бы умереть и не родиться. Я сам себя сравнением устрашил, оледенел, представив только в мыслях. 2 августа 2006 года. Римлянам 5:2, через которого, то есть Иисуса Христа, верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 1 Коринфянам 6:11. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Псалом 57:4. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь.